Всем привет, ребята, с вами Мария, и сейчас на часах 7 утра. Вы спросите, почему я встала так рано, потому что у нас сегодня зарядка с моей подружкой. Мы пойдем в парк и будем делать те или иные упражнения, которые я вам покажу в этом видео. А сейчас я собираюсь завтракать, и пойдемте вместе со мной готовить его. Вот так вот выглядит мой сегодняшний завтрак, чаечек и салатик с креветочками. Я уже накрасилась, покушала, и сейчас вместе с вами я буду выбирать, что мне надеть сегодня на зарядку. Сегодня на улице жарковато, поэтому я думаю, что было бы неплохо, если бы я одела шортики и беленькую маечку. Осталось только собрать рюкзачок. Мне вообще немногое понадобится там, но самое важное — это бутылочка воды прохладненькая, которую уже налила. И я еще собираюсь взять с собой фрутоняню, например. Я ее очень люблю. После тренировки по дороге домой я ее съем. Все, мой рюкзачок собран. Для съемки этого видео мне понадобится штатив, поэтому я его беру на тренировку с собой. Мы уже с Кариной пришли на место, где мы будем заниматься. Наша зарядка уже подошла к концу, мы выполнили все упражнения, которые мы запланировали. Я скажу, что это не комплекс упражнений, а просто обычные упражнения для того, чтобы размять мышцы. Спасибо большое, что посмотрели это видео, поставьте лайк и подписывайтесь на наши инстаграмы вместе с Кариной. Ссылочку я оставлю в описании. Всем пока!